На скамье в виде футбольных ворот можно не только отдохнуть и сделать фото, но и зарядить мобильное устройство. Лавочка оборудована 4 USB-разъемами и портативной зарядной станцией на солнечных панелях. Встроенный аккумулятор позволяет заряжать гаджеты в любую погоду и независимо от времени суток. Кстати, ночью лавочка выглядит особенно привлекательно, так как по периметру скамьи включается светодиодное освещение. Идея, чтобы жителям было удобно. В чем заключается удобство? В том, что люди всегда на связи. Потому что лично я всегда сталкиваюсь с той проблемой, что мне негде заряжать телефон. А здесь самый центр. Люди подойдут и зарядят свои мобильные устройства. Позаботились дизайнеры и разработчики такого арт-объекта и о порядке. На воротах в виде футбольного мяча установлена урна. Инициатором проекта выступило городское управление молодежной политики. Общественный деятель Ника Джанашия разработал дизайн, а реализовать задумку помогла одна из сочинских компаний. Задумка все-таки, идея хорошая. Поэтому я всех поздравляю и уверен, что это будет комфортно, удобно, креативно. Ну и если это появится еще где-то, то тоже будет очень важно. Вторую скамью откроют 12 июня в День России. Футбольную лавочку установят у Адлерской администрации. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.